Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло.О. Сегодня мы представляем вашему вниманию обзор цикилстеарилового спирта. Данный спирт относится к такой категории ингредиентов, применение которых в современной косметологии окружено слухами и мифами, имеющими достаточно слабое отношение к реальности. Свойства этого вещества для кожи весьма разнообразны, а вред здоровью при соблюдении элементарных правил безопасности стремится к нулю. Но на любом тематическом форуме вам непременно расскажут, что использование спиртов в косметологии – это зло, с которым нельзя мириться. В результате множество полезнейших для кожи и лица средств, в которых содержится данный спирт, будут объявлены вне закона, хотя вред от их применения теоретически возможен и на практике очень маловероятен. Данный спирт – это смесь в равной пропорции стеринового и цитилового спирта. В природе данное вещество встречается в виде твердых белых гранул, имеющих характерный запах. Применение в косметологии таково. Бальзамы, кремы для рук, противомикробные препараты, эмульгаторы для кремовых масок для волос, дезодоранты, масло для ресниц, маски, лаки для волос, загуститель для шампуней, регулятор вязкости, важные компоненты эмульсии, предотвращающие разъединение их ингредиентов на отдельные фракции. Средства для мягкой эпиляции, эмульгатор для натуральных растительных ингредиентов. Вот в таком пакетике мы отправляем данный компонент нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!